Коль, я так понял, мы можем ввести рейтинг дорогих деталей, да? Вот. Да. Я так понял, ты мне хочешь показать что-то ультрадорогущее, да? Вот. Это и дорогущее, и большая удача. Сейчас, подожди, я поближе сниму. А что это такое? Это называется накладки поручня спинки сиденья. То есть в салоне будет стоять на задней, на задней части спинки поручень такой, а это его окончание. Вот. Страшный дефицит, тем более в таком виде. Но это новодел или что это? Нет, или... Родные? Родные, но очень хорошо восстановлены. Ну ладно, и что это стоит? 8 тысяч. Сколько? За две штуки? Да. 8 тысяч? Да. За две штуки? Да. Ты что-нибудь перепутал? Не перепутал. То есть, подожди, вот за вот это вот, две вот эти штуки. Да. 8 тысяч? Да. Нас точно заказчик поймет. Это его проблемы, да? Ну, как говорится, других вариантов нет. Ну, я понял. Ну, что делать? Я так понимаю, пока это, наверное, самые дорогие запчасти, которые мы там, да, где-то добыли. Пока да. Угу. Ладно.